сказать. Сейчас поделитесь впечатлениями, мыслями, эмоциями, которые вот удалось на последних секундах буквально вывести отсюда ничью. И мнение о сопернике, если можно, ожидали ли вы такого от него или нет? Ваша команда сегодня просто пропустила больше, чем за весь первый групповой этап. Ну, как, если после все эмоции. Получается, команда эмоционально уже, ну, очень много игр у нас. Отрыв большой, на первом месте идем. И там на первом месте все время психологически очень тяжело. Того приехали сюда какой-то эмоционально пустые. А сопернику надо терять было нечего. Навязали хорошую борьбу. Боевитая команда. Ну и создали нам большие проблемы. Ну, вы обыграли Рух, если я не ошибаюсь, да, в первом туре? Не, Рух мы не обыграли. Вот. Ну, а так вот, кто был у вас в группе, с кем можно сравнить ее? Вот. Винницу. Ну, да. Она похожа на... У нас был Авангард, Корюковка. Это похожие команды. Такие, они боевитые, это сами не играют и другие. Вот. Но, тем не менее, сегодня было много голов, 6 голов в одном тайме. И практически не было грубости. Это о чем говорит, по-вашему? Это говорит, что футболисты уже не успевают, когда такие голы залетают, все уставшие. Я думаю, у вас тоже многие уставшие. У нас 26 игр за 2 месяца. Ну, и у нас 18. Оно все, на это все налаживается, и того столько много ошибок. Потому что оно видно, что, ну, физически еще можно когда-нибудь ползать, но когда эмоционально пустые футболисты, это очень сложно. Ну, еще такой вопрос. Ваше мнение о турнире КФК? Он уступает по уровню второй лиги, первой лиги, вот, и немножко своей команды? Именно вот это, именно финальное, вот сейчас, что соединили, то оно не уступает. Мы играли в том году в финале, ну, в самом финале плей-офф, то там очень хорошая команда. Там команда достойна играть даже в первой лиге. Просто я не знаю, ввиду, наверное, каких-то там условий, премьер-лиги или как там КФЛ, что команда не заявляется. Но очень хорошая команда. Спасибо вам и успехов.